Я хочу поздравить в первую очередь компанию, всех сотрудников, ну и Камчатский край с сегодняшним историческим событием, с прибытием супертраулера. Особенно приятно, что он носит имя нашего прославленного, легендарного руководителя, капитана Георгия Васильевича Мещерякова, первого руководителя компании и героя социалистического труда, который был удостоен этого звания за рекордный улов в 1964 году. И сегодня РБ-промысловая отрасль Камчатского края продолжает эти славные традиции наших ветеранов. Мне приятно сегодня объявить, что по итогам 2021 года мы зафиксировали рекордный уровень уловов 1 миллион 659 тысяч тонн рыбной продукции. Это новая планка, новый уровень, который достигнут во многом с участием компании «Океан Рыбфлот», флагмана нашей рыбной промышленности. И, конечно, я хочу присоединиться к уже прозвучавшим словам о том, что в основе наших успехов лежит, конечно, люди. Ваш труд, уважаемые рыбаки, сотрудники компании. Именно благодаря ему развивается экономика, благодаря ему прирастают уловы, благодаря ему создаются рабочие места и процветание нашего края. И мне хочется пожелать, чтобы с вводом этого нового, самого современного, самого совершенного судна у нас повышалась привлекательность отрасли для молодежи, чтобы больше ребят с Камчатки хотели связывать свою профессиональную деятельность с рыбопереработкой, рыбодобычей. И благодаря вот этим очень интересным, но при этом сложным условиям работы все больше молодежи приходило в рыбную промышленность. Хочу еще раз поздравить с сегодняшним историческим днем, пожелать также 7 футов под кельей Георгию Мещерякову и всей команде успехов, а компании «Океан Рыбфлот» и всей рыбной отрасли Камчатского края процветания, развития и новых результатов.